Осталось добавить музыку, и можно проводить праздник микрорайона. Сквер Речников преобразился радикально. Все лето местные жители наблюдали за стройкой, и вот территория благоустроена. Работы выполнены по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ключевым объектом стал фонтан «Роза ветров». Сегодня качество работ оценила Елена Лапушкина. Глава Самары приехала на стройку, и сразу нашелся гид. Школьник Роман уже знает здесь каждый кирпичик. Вообще огонь. Мне так нравится. Ты в школу тут успеваешь ходить? Да, успеваю. И за школу сюда? Да нет, сначала домой переодеться, покушать. Согласно дизайн-проекту, который разрабатывали на основе пожеланий жителей, здесь устроены плиточные пешеходные дорожки и газон. Приведены в порядок деревья, установлены детские игровые аттракционы и спортивная площадка. Столько людей трудили, чтобы вам было хорошо. Да. Осталось только сберечь. Да, беречь это надо. Потому что эта площадка самая лучшая в Самаре. Привести в порядок сквер удалось благодаря активности жителей, которые приняли участие в рейтинговом голосовании. Такова идеология нынешней работы власти в Самаре. В первую очередь работы проводят на участках, за которые высказываются горожане. Сквер набрал 9 тысяч голосов. Все сделано, как и было задумано. Причем оформлен сквер в речном стиле. На радость и взрослым, и детям. Мне очень понравилась реакция замечательного мальчугана Романа, который очень подробно и с восхищением рассказывал об этой площадке. Мне кажется, это самая главная оценка нашей работы, потому что он понимает, насколько она замечательная. Он понимает, как он ее будет беречь. Он призывает к этому своих друзей. В этом году 5 общественных территорий благоустроены по программе «Комфортная городская среда». Есть планы на следующий год. Причем национальный проект позволяет реализовать самые амбициозные задумки. Жителям надо только заявить о своих предпочтениях и активно поддержать идею. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.